Шахматы – это игра с тысячелетней историей, которая не теряет своей популярности даже в век расцвета компьютерных технологий. У нее миллионы поклонников по всему миру. А это первая гимназия имени Владимира Ильича Ленина, где педагоги растят будущих вундеркиндов. Учреждение вошло в тройку лучших школ города на областном конкурсе по шахматам. Каждый родитель мечтает о том, чтобы его ребенок учился на 4-5. И каждый родитель мечтает, чтобы его ребенок самостоятельно, вовремя и быстро делал домашнюю работу. Как же этого достичь? Научить ребенка игре в шахматы. Так в гимназии для учеников 4 по 8 классы организованы занятия по шахматам. Здесь занятия организованы два раза в неделю, понедельник, среда. То есть основная функция этих занятий – познакомить детей с шахматами. То есть могут приходить все желающие. Но, как правило, группа сформирована с сентября. И она для 4-8 классов. Ребят, демонстрирующих выдающиеся способности, отправляют в спортивные секции или в кружок на базе областного дворца, где их растят как настоящих спортсменов. Однако и ученики гимназии добиваются высоких результатов. Стоит отметить, что многие ученики владеют такими понятиями, как ладья, ферзь, мат еще с самого детства. Занимаюсь я шахматами достаточно давно, еще с детства. Как я решила, меня научил дедушка в них играть, еще когда мне было 4 года. Мне очень понравилось, и я решила ходить на занятия. Кстати, научно доказано, что шахматы развивают память, внимание, умение мыслить быстро, логично и системно, повышают способность к обучению, и это далеко не вся польза игры. А мы желаем юным шахматистам дальнейших успехов и как можно больше побед. Юлия Калинина, Руслан Баталов, новости Улправда ТВ.